Ну что ж, вот ЕФТ, то есть ТФТ, решил поиграть. Я вообще на самом деле давно об этой игре знал. Я играл в Dota Autochess, в Dota Underlords, и ТФТ потом вот вышла, Teamfight Tactics, но вот в нее я не играл. Только сейчас вот решил попробовать. Это Unranked. Это моя третья или четвертая игра. Ну, пока что самое сильное, что я нашел, это через танков играть. То есть вот это полководец. Ну, обычно я с Гарена начинаю. Ну, четвертая или пятая игра моя. Ну, пока что, типа, наверное, это самое простое и сильное, что я для себя нашел. То есть танки плюс охотники какие-нибудь. Ну, в принципе, в Underlords что-то похожее было. Ну, вот как раз на танка. Накидка солнечного пламени. На самом деле, в Лигу Легенд уже давно не играю, но кое-что помню из этой игры. О, Вуконг выпал. Кайф. Сразу Вуконга можно скупить. Вот. Играл я до этого в Dota Autochess, в Underlords. Но там, конечно, по-другому. То есть мне не очень привычно прям тут. Все-таки знакомый жанр, да, то есть не с самого начала, так сказать, начинаю. Жанр знаю, но в саму эту игру никогда не играл. Вейгар. Вейгар — это маг, через магов я не играл. Через магов я не играл и не хочу. Вот Элиза мне нравится, она вроде сильная достаточно. Можно Элизу взять. Так вообще, типа, полководцев. Ну, у меня уже два защитника, два авангарда. Ну, вот через танков, то есть полководцев, авангардов, защитников набирать. Еще сектанты достаточно сильные. То есть они могут Галио сбрасывать, он станет большую группу юнитов. Вообще, в принципе, первое впечатление от этой игры неплохое. Так, второй Вуконг. Кого побить? Так, теперь две Ва есть. Вот, первое впечатление от игры на самом деле неплохое. Хотя, ну, опять же, как я уже сказал, это примерно четвертая или пятая игра моя. Ну, сейчас посмотрим, как пойдет. В Ранкет я еще не играл, не заходил. Хочу попрактиковаться в Unranked, потому что потом, если сильно слить в Unranked, потом все это отыгрывать. Поэтому лучше, мне кажется, в Unranked поучиться. Ну вот, у чела 4 уровень, а у меня только 3. Но видите, я разъебал его. То есть армия по качеству сильнее. Элиза очень сильная, конечно. На самом деле. Справедливость. Силой закона или силой меча. Юнит очень хороший. Ну, плюс он второго уровня все-таки. Так, еще один. О! Все, у меня третий Гарен. Так. Еще один Гарен. Я готов. Вот, у Вейн есть обычная стрелков скупал. То есть вот этих вот орлиный глаз. Не дали мне нравится, тоже не дали, она и орлиный глаз и полководец сразу, так что я, наверное, заморожу это. Ну, в принципе, все как обычно в шахматах, то есть, да, ПВП раунды, ПВЕ раунды. Ну, есть такая фишечка, только то вот, когда по кругу ходят персонажи, вот как в начале перед стартом игры, типа по кругу ходят персонажи, надо выбирать себе. Вот эта вот новая фишечка, я ее раньше не видел в других шахматах. На самом деле, вот тут очень важно не слить потом, то есть... Я несу быструю смерть. То есть задоминировать вначале это не проблема, но можно очень легко потом по ходу слить. Вот. Поэтому, пожалуй, сейчас надо голду покопить. И, наверное, ну да, пока покопить голду. Пока что у всех 4 уровень, 5 никто не апал.
Ну, опять же, Unranked пока не так жестко. Потом, когда я в Ранкет пойду играть, там уже пожестче будет. То есть вот эта вот война за ММР и так далее. Там уже другое дело будет. В Лигу Легенд. Вот, кстати, минус. Я бы хотел на английской версии игры играть, но не получится. Потому что как бы клиент русский. Вот, то есть тут нельзя, ну, по желанию язык сменить. Блин, я вот не всех персонажей помню. Кто мне нужен? Вот Джинкс. Вот Джинкс нужна мне. Это охотник, насколько я помню. Ну да, в общем, через танков и через охотника. Вот я придерживаюсь примерно такой стратегии. Так, берем Джинкс. Вот в Dota Underlords такого не было. Ну и в Dota Auto-Chess. Но я в них давно не играл, правда. Но когда играл, вот там такого не было. Вот такого этапа, чтобы по кругу бегать, подбирать персонажей. Так. Вейн. Ну, я, наверное, куплю Вейн. И пока я буду ждать. Пока я буду ждать, копить бабло, потому что, как бы, когда 10 монет, у тебя плюс одна идет каждый раунд, то есть выгодно получается. Пока вот такая расстановка. Ну, также можно айтемы одевать на персонажей. Так, у чела 5 уровень, а у меня только 4. Ну, пока что я и бошу, но, опять же, это легко слить, вот это вот начальное преимущество. Элиза, конечно, жесткая. 2300 хп с копейками. А ну-ка. Ну, окей, слил. Ну, видите, у чела 5 левел, а у меня 4. Еще не дали. Так, вторая не дали у меня. Вместо вай поставить. Вот так, прапа и уровень. Ну, не дали, это что-то на типа танка. Что-то на типа того. Не совсем, но что-то на типа того. Так, мне нужно уровень апать. А вот тоже у чела 4, как и у меня. Я, наверное, сейчас после этого раунда как раз у меня уровень апнется. Ну, тут изи. Конечно, Гарен очень сильный, мне нравится. Прям Гарен сильный. Плюс он быстро апается. Все, 5-й левел, да, у меня? Да, 5-й левел. Так. Все, у меня 2-2 Гарена. Вот я не знаю, брать Шена или нет. Потому что Шен тут как-то не очень, мне кажется. Давайте Вай выставлю и пока на деньгах посижу. ПВЕ раунд. Три полководца, два авангарда, два защитника. Ну, то есть это жестко. По сути, их не должны пробивать. По сути, можно сделать такую страту только через танков. То есть без охотников, без магов, а чисто только в танков пойти. Так, я залутал Зеда. Зеда я сразу продаю. Но Зед не нужен. Так, 20 голды. Так, жезл. Жезл это для мага. Кто у нас тут маг? Маг уроном бьет. Не дали, наверное. Я готов. Так. Есть Джарван. Джарван это тоже полководец-защитник. Но он мне не слишком нравится, если честно. Эвелина еще есть. Я даже не знаю, может апать того, кто у меня уже есть. То есть пока не закупаться, вот я не знаю. Трэш есть. Ну, трэш я, наверное, продам. Но опять же, это Unranked, я напоминаю. То есть тут противники не суперсильные, но я тренируюсь пока.
Все равно под конец, когда 4 игроков живых остается, там остаются такие, ну, наиболее сильные. 98 хп у меня получается, я один раунд проиграл только. Так, еще одна не дали. Они будут очищены. Так, у меня вторая уже Элиза. Блин, я Элизу и Эвелину спутал. Твою мать. Эвелину продать можно. Так. Еще один Вуконг. Эш есть. Эш, по идее, сильная. Вот, можно Варвика взять. Мне кажется, Варвик хорошо зайдет. Он сразу и божество, и охотник, и дебошир. Ну, шестой уровень я сейчас не апну еще. Трэш не хочу, так. Мне уже некуда Джинкс есть, мне уже некуда выставляться. Джинкс я, наверное, продам, Офелия тоже. Любая паутина. Вот Элизу и не дали, куплю. Буду, в общем, их апать. То, что есть, вот то, что есть, буду апать. Что тоже у меня столько места нет, чтобы закупать прям всех, кого захочу. А ну-ка, выиграю тут или нет? Да, выиграю. Наверное. Ну да, выиграл. Ну, от Гарена. От Гарена много урона. У меня Гарен топ-1 урона. Так, что тут у нас? О, Варвик есть. Надо Варвика сразу, пока никто не забрал. А, тут и Варвик, и Вай есть. Тогда надо Вай брать. Я ее как раз апну сразу. Когда меня выпустят, блядь, из загона уже? Так, Вай моя. Все, Вай забрал. Блин, я не того персонажа, походу, взял. Да, не того персонажа. А, это Ривен. Я Ривен и Вайс путал. Блин, у меня места уже под все не хватает. Надо читапать. Так, не дали, апнул. Тут уже шестой уровень есть у некоторых. Может быть, шестой левел сейчас апнуть. Ну, тут я без проблем выигрываю. Да, все-таки вот эта жесткая острота через танков. Так, отлично, Вай апнулась. Так, левел апнулся. Отлично, теперь у меня два божества стоит. Два дебошира, нормально там. Так, надо что-то продать, чтобы 30 голды было. Вот это я заморожу, чтобы Вуконга на следующем раунде залутать.
Хорошо, что я уровень апнул. Как раз против меня тоже шестой попался. Блин, они отхиливаются. Или мне кажется. Да, отпинали меня тут. Вот я не знаю, Джарвана апать или нет. Но он достаточно часто выпадает. Какой конфликт нас ожидает? Я не знаю, может быть, Ривен все-таки пробовать поапать. Так, лут, лут. Наконец-то айтемы пошли. Так, мана, наверное, она не дали. Предсмертный шепот на Муконге будет и... Вот так. Так, Варвик. Блин, уже некуда закупаться. Офигеть. Уже некуда закупаться. Не дали, кстати. Вот не дали, надо покупать. Я, наверное, тогда Элизу продам и куплю не дали вот так. Ну вот, спокойно, в принципе, выиграл. Еще один Гарен. Неплохо, у меня, в принципе, много союзов выходит. Так, Варви капнул. Третья не дали. А, это еще не третья не дали, блин. Ну ладно. Вот Атрокс сильный. Я хочу Атрокса, я его заморожу. И Сиджуани еще есть. Вообще, мне Атрокс нравится. Я его видел, он очень сильный. Я сам не собирал Атрокса, но видел. На волоске. Опять же, изи. Так, двух Атроксов купил сразу. Двух Атроксов купил. Я Элизу и Эвелину путаю. Ну, Джарвана я просто скипаю, походу. Муконга. О, еще Атрокс. Я его заморожу опять. Сейчас посмотрим, надо вместо кого-то Атрокса поставить. Вот челик седьмого уровня, кстати, а у меня шестой. Но уровень он не всегда решает. На самом-то деле. Изи. Угу. Так что нам тут дают? Ну вот это вот Вай украли. Сиджуани можно взять, я думаю. Такой чего-то прям супер крутого я тут не вижу, опять же. Ну, Сиджуани, наверное. В
Плюс я даже по именам еще не всех героев помню, то есть кто к какой относится к какому подразделению. Твоя смерть манит меня. Так, надо куда-то Атрокса поставить вместо кого-то. Вместо Вуконга. Вот как-то так. Правда, я немного теряю. Какой конфликт нас ожидает? Я немного теряю по союзам. Сиджуани, не знаю. Ну, Сиджуани типа продать можно, если что. Вот я не знаю. Чел 5 уровня. Ну, что-то он сильный. Что-то он сильный. Напинали меня немного. Так, Вай. Еще и Лиза. Это даже не знаю, столько всего хочется купить, а места не хватает для всех чемпионов. До 7 уровня далековато еще. Вот, Галио упал. Вот Галио достаточно сильный, мне кажется. Галио реально сильный. Так, Варвик есть. Сижуани, наверное, все-таки продам, куплю Варвика. Элиза есть, но мне Элизу некуда взять. О, Ривен. Любая паутина – шедевр. Так, шмотки одеваю. Наверное, так. Тут надо уметь еще голду распределять правильно. Потому что чем больше у тебя ее есть, тем больше она, ну, прибывает, так скажем. Так, мне еще 2 Гарена надо. Для 3-го Гарена. Вот так, наверное, куплю Гарена. Еще 1 Гарен нужен. Смотрите, как Варвик бьет сильно. Изи. Так, еще 1 Гарен. Можно мне нет Гарена залутать? Кстати, Джарманов всегда многое заметил. Фигово. И у меня всего 1 голда остается. Так, 6 уровень у соперника у моего тоже. У него 3-й там Кенч. Ну, неплохо. Нормально мне напинали.
Так, Эрджин. Ну, я пока не буду тратиться, мне надо бабло собирать. Ну, пока так оставляю все. Тут, в принципе, нечего менять. Наверное, тут урона недостаточно. Вот я не знаю. Наверное, все-таки надо охотников набирать тоже. Потому что танки есть, а урона типа нет. То есть тут все на танковитость только. Вот, училась 7-й уровень. А у меня только 6-й. Ну, посмотрим. Да, походу урона не хватает. Все лоу-хпшные чемпионы у врага недобитые. Вот урона не хватает. Ну тут вроде ничего интересного. Ну только на продажу, если взять. Черт, не того взял, ну ладно. Продам сейчас. Надо тренироваться перед рейтинговыми играми. Третий Гарен. У меня третий Гарен. Да, конечно, мне плевел тоже апнуть. Ниндзя у меня есть. Ниндзя получает плюс 50 силы и плюс 50% силы умений. Ниндзя. А ну-ка, затащит третий Гарен или нет? Интересно. Нет, не затащил. Обидно то, что лоу хпшные все. То есть реально вот лоу хпшные противники. Призрачный клинок Йому у меня есть. На Варвика одену. Воконг еще один. Так, нас 6 осталось. Да вот бы мне 7-й левел, конечно, апнуть. У чела вот 7-й против меня. А это опять тот с Тамкинчем, 3-м. Так, залагало что-то. Варвик очень жесткий, кстати. Варвик реально же сильно бьет. Быстро. Вот и все, 17 хп у меня остается. Так, подапнул левел. Щетинка сегодня голодна. Теперь у меня 6 союзов. Но тут я должен выиграть против моба в ВВЕ раунд. Лут, лут. На волоске. Ловушка клешня. Любая паутина. Сет. Шедевр.
погибешь. Может быть, босса выставить? Может, босс затащит. Реально, может, босс затащит сейчас? Хотя нет, навряд ли. Ну, я, наверное, не вылечу сейчас. Да, я выжил. С 3 хп выжил. Жестко. Вот джарванов много выпадает. Джарванов. Может, через джарвана надо было, я даже не знаю. Изи. Затащил раунд. Ну что ж, я топ-3. Хотя бы топ-3. Неплохо. Какие интересные уровни у моих соперников? 6-й и 7-й, у меня 7-й. Даже не знаю, кого тут набрать на самом деле. Я бы, конечно, предпочел лапать то, что у меня уже есть. Так, босс отошел плес качать. А ну-ка, босс затащил, охуеть. И чисто босс в соло вот затащил. Атрокс. Я беру, наверное, Атрокса. Азир есть. Пожалуй, не хочу Азира. Хочу апать то, что у меня уже есть. На что-то ничего не апается. Да. Интересно, я тут выиграю? Охренеть, как Варвик быстро бьет. Да, я тут даже выиграл. Мама всегда говорила, что характером я в нее. Еще один Варвик, но у меня на него голды не хватает.
Вот так тогда сделаю. Плохо, что у меня фигуры не апаются. То есть у меня всего только одна, один гарен, третий, и все. Блин, у противника тоже босс есть. Но я сильнее. Нормально я под конец затащил. Конечно, босс тащит. Босс реально тащит. Атрокс еще один. Ну это я заморожу тогда. О, Рошан. Лут, лут, лут. Клинок ярости Гинцу. Я хочу в босса его одеть. Посмотреть. Вот бы сета до второго апнуть. Вот я не знаю вообще, бога можно до второго апнуть или нет. Меня не останови! Эх, Атрокса убили. Но у меня босс есть. Ну что ж, топ-3. Третье место.